Нынешняя весна оказалась очень интересной для нашей эвенкийской группы программы «Гелан» и лично для меня. И как журналисту, и как редактору эвенкийского языка, она подарила мне интересные встречи во время нашей командировки в Нерюнгринский район, где проходил международный чемпионат по традиционному оленеводству, который мы достаточно осветили в наших передачах. По счастливому совпадению, в это же время состоялся семинар по переводу Библии на эвенкийский язык. Я тоже участвовала в работе этого семинара, поскольку была приглашена как носитель эвенкийского языка в качестве переводчика. Было интересно познакомиться и работать с другими участницами этого семинара, которые оказались очень интересными людьми, болеющими за свой родной язык. Галина Сергеевна Николаева – одна из них. Она прекрасно говорит на своем родном языке, знает жизнь эвенков, поскольку с рождения кочевала с родителями. Галина Сергеевна, расскажите о себе и о своих родных. Мини горбим Галина Сергеевна Николаева. Би балдычам. Меня зовут Галина Сергеевна Николаева. Мои родители из рода Чакигер. Отец мой – Абрамов Сергей Иванович, мать – Абрамова Вера Аниковна. Они всегда жили в тайге, кочевали. У них были олени, они охотились на разных зверей. В нашей семье было 9 детей. Мы тоже кочевали с родителями, росли и жили в тайге. Отец всегда занимался оленями. Мама шила одежду, унты, шапки, рукавицы всем детям, себе и отцу. Сколько же оленей у вас тогда было? У нас были собственные олени. Сколько было, уже сейчас не помню, но много. У каждого ребенка обязательно был верховой олень. Важенка была, были свои олени. Когда ребенок рождался, ему сразу давали олени. И верхового, и важенку, и самку, и быка. У всех детей были свои олени, с которыми вместе мы и росли. И у вас были свои олени? Да, были олени, и мы кочевали. Когда мы кочевали, и надо было перейти реку, мама давала нам лоскуточки, и мы их вешали на деревья, чтобы хорошо переправиться через реку. Такой был обычай. Когда мы останавливались на новом месте, родители говорили нам, чтобы мы не бегали, не кричали, не шумели. Надо было тихо себя вести, чтобы дух тайги нас принял. А потом мы садились кушать. В семье было 2 девочки, 7 мальчиков. Мужчины садились на почетное место напротив входа. И там кушали. Мы с матерью садились у входа. И там сидели, тоже кушали. Когда садились кушать, отец кормил огонь, просил у духа хорошей охоты, чтоб дал мясо, рыбы, хорошей жизни. Мы до сих пор, когда садимся кушать, обязательно кормим огонь. А эвенки тогда жили где-нибудь в одном месте? Где вы жили? Ну,
Мы всегда кочевали по Кабектану, по Алдану. Я была маленькая, поэтому название не знала. У нас было одно место, где мы кочевали, где мы жили зимой и летом. Это была наша родина. Когда мне исполнилось 7 лет, я приехала учиться в школу. По-русски совсем не знала. Начала жить в интернате. У нас была 7-летняя школа, которую я закончила. После этого закончила 10 классов в районном центре. А потом я училась и закончила физико-математический факультет института имени Герцена. После окончания института я вернулась на родину, в Устнюкджу Тындинского района Амурской области. Там я проработала 40 лет, учила детей математики. Когда ушла на пенсию, поступила в Бурятский государственный университет в Улан-Удэ. Закончила его и стала учителем эвенкийского языка. После университета я работала в школьном музее, а сейчас нахожусь на пенсии. Нюкджа Авадит, а так Устнюкджа. Тындинский район, Амурская область. Сейчас большая часть молодежи не говорит на эвенкийском языке, и мы, старшее поколение, должны им помочь, чтобы они знали свой родной эвенкийский язык. Пенсия лавируксук, ориначам Улан-Удэла, БГУ, Тарабиманам, тадук ом... Алагумни веди туранм. Тарманак сек би музей ду авалчам, школа ду. Откан би пенсия ду и бидем. Би тар веди туранм. Я хочу, чтобы дети знали свой родной язык, чтобы эвенкийский язык не потерялся. Откан ведарил, когда дитин обкила ведат, бутар он мал сагдил, надо балеттавун авадитураттатин, авадитуранна салдатин. Галина Сергеевна, а нюкджа – это эвенкийское слово? Что оно означает? Нюкджа ильги мадеран муни бекитовун, ильги мадеран вера алёкма аяндирин. Нюкджа, наш поселок, стоит на берегу реки Алёкма, где в нее впадает речка Нюкджа. На их слиянии и стоит наш поселок. Отсюда и название. На устье реки Нюкджа. Усть Нюкджа – это на русском, а мы говорим Нюкджа. Что такое Нюкджа? Говорят, когда шкуры начинаешь мять, их надо коптить. Тогда шкура задымляется, тогда это становится закопченной шкурой, поэтому и стало нюкджа. Так говорят, но я не знаю сама хорошо, что это значит. Нанна нюкса вагапки, нюкса, то есть дым задымляет. Тадукар нюкса оча, татыка нюкджа омнен, тыка гунипкиля, чем бисарает. У вас самой сколько детей? Мой сын сейчас живет в Москве, женат, имеет 2 детей, обосновался там. Внук каждое лето приезжает к нам, или мы за ним едем, забираем, потом обратно отвозим, или отец привозит, увозит. Вот так. Моего мужа зовут Владимир Андреевич Николаев. Он всегда был оленеводом. Но в одно время он стал смотреть за чернобурыми лисицами, а потом опять стал старшим оленеводом в совхозе под Ленина и оттуда ушел на пенсию. Раньше у нас было 12 стад, оленей было много, больше 6000. У всех ивенков была работа, все жили в тайге, работали. Ну, тадук очень нуган старший оленевод совхоз ту Ленина ктон. Тадук пенсия ля беручен. Нонон бинкин мунду дяндюр стада, орошка такур бинкитин, нигун тей чадук лекатмар, ванкил укат авашер бичатин, ураду бичанкитин, авал дянкитин. А сейчас они чем занимаются? Откан совхозтар... Сейчас вместо совхоза стали общины. У нас в Нюкджа 10 общин. Эвенки по-прежнему живут в тайге, оленей держат. У нас ежегодно бывает праздник День оленевода.
Там эвенки соревнуются, встречаются. Этот праздник для меня очень важный. Я люблю этот праздник. Когда оленеводы из тайги приезжают, я со всеми встречаюсь. Родители, братья, оленей пасут. А потом все вместе мы встречаемся, собираемся, разговариваем, праздник отмечаем. Для меня это большая радость. Вонкилы мы пкил, бибакалдин нам упкат по, амтильви, накнильви, аврарвичи чепкил, бакалдип кил. Умунупив кил. Ну, там бакалдин нерам, ульгача машин нерам, праздник нганабун нерам. Минду тар со урун бипки. Конечно. Галина Сергеевна, а раньше эвенки такие праздники проводили или нет? Тар колхоз берекин дёмчедям бинкин тар праздник. Когда был совхоз, я помню, был такой праздник. Сейчас я вспоминаю, что мой отец на том празднике, на соревновании, первое место занял. Но что ему дали, я не помню. Это было давно. А вы знаете эвенкийские сказки? Знаю, конечно. А чего боялись эвенки? О чем рассказывали? Было много запретов у эвенков. На медведя грех было охотиться. Нам, детям, говорили, что нельзя прыгать через огонь – это грех. Нельзя плохо говорить про зверей – это тоже грех. Это корура, налумо, потом рута калютура тар байгалва, тар налумо. А дети это соблюдали? Вукунакар тар долчичанкельбун амтилвар. Мы, дети, слушали своих родителей, поэтому все соблюдали. А я всегда смотрела, как мама хлеб стряпала. Я всегда садилась рядом с ней, но она мне не говорила, сколько воды налить, сколько соли, муки надо. Я сама видела, сколько надо налить воды, как это надо сделать, и так я сама научилась печь хлеб. А как она стряпала? Ведь вы кочевали, какой хлеб ели? Мы стряпали лепешки. На одну лепешку надо было кружку воды налить, соли, соды, муки, все замешивать и печь хлеб эвенкийский. Печка была на сковороде, готовили. И римнен тар хлеба, воды хлеба. Всегда римнен не коварда, ну печка бин палатка дубо. Ну печка не мадябки или чепкин, коварда ду всегда римнен не. Тогда алдон ду не римнен. Вы говорили, что мама ваша шила, а вы сами шьете? Я работала в школе, мне некогда было шить. Но зато я выделывала шкуры, мяла их. Меня мать просила мять шкуры. Когда начинался дождь, мы шкуры раскладывали на улице, чтобы дождь намочил. Потом коптили, скребли, мяли до того, чтобы они высохли. Когда шкура высыхала, она становилась мягкой. После этого мама шила онты, все хорошо шила. Когда она шила, я тоже смотрела, как она шила, потому что она шила очень хорошо, ровненько. А что же она шила? Об этом расскажите. Коврики оленьи или еще что? Как она шила кумалана? Из чего? Какие узоры у вас были? Кумаланы мама шила из шкур с головы оленя. Нужно было 3 шкуры выделать. Кумалан шили несколько лет, очень много работы. Шьешь из 3 шкур, потом узоры делаешь в виде шахмат. Обычно шахматы были белые и черные.
Мама всем своим детям оставила коврики кумаланы. У меня и сейчас есть кумалан, шитый ею. Я его берегу, маму вспоминаю. Багдарин комнарин. Тадок не лагнанны. Анинми мунду минни, анинми укат утальдуви кумаланы амармычаре. Минду откан кумалан, нуган уллинан бихин дюдум. Би аджачум нуган ман, дол джончизаг нам анинми. Эвенки какие узоры использовали в шитье? В основном тогда были шахматы. А сейчас молодые женщины разные узоры делают. То кружочки, то треугольники, то мозаику. Раньше был эвенкийский орнамент у каждого рода свой. На праздник эвенки выходили в такой одежде, с такими узорами, и все говорили, это чакигиры вышли. Если узоры другие, то это метакары вышли. В общем, у каждого рода были свои узоры, свои орнаменты. А если мне понравится какой-то узор, и я захочу сделать такой же на своей одежде, я должна спросить разрешение. Можно я использую твой узор? Так надо было спрашивать. Если он разрешит использовать, я пришью такой узор. А если не разрешит, то не использую. Просто так чужие узоры нельзя использовать. В общем, у каждого рода были свои рисунки, свои орнаменты. И минду би аябдиган тар анёбуе. Би байни дуви, татка дуви одави, но андукен ангудам надо. Би сини анёбус би одям, татук тика надо ангуда. Нуган хинду, ракинуа хинду айя... Бундиганка улли калая ди улли дигам, и бундиган окал тамби. Ага, это так. А сейчас у Снюк же много эвенков? У Снюк же где-то 800 человек, половина 400 с лишним эвенки. А в школе более 100 учеников, из них 70-80 эвенки. А эвенкийский язык они знают или нет? Их обучают родному языку? Конечно, обучают. Любовь Николаевна – учитель эвенкийского языка в Снюже. Кэтэт мэр кунгакар, надандяр, джапкундяр бидиган эвенкил. Он катаду, эвэди турамын нортин хавкил гуд, иднор, или нугарбатин татыгавкил гуд. Татыгавкил, эвэ Любовь Николаевна тар алагумни эвэди турамы, нуган аят мэрит лгучандиган. Нондукин хамгуд. Ага. Тадукси, эри эрдат... Что вы можете пожелать эвенкам, которые живут в настоящее время? Сегодняшним эвенкам я скажу следующее. Эвенк все должен уметь. И на машине, и на буране ездить, интернетом, телефоном, компьютером пользоваться. Но кроме этого, обязательно должен уметь искать оленей, находить их, пригонять, поймать, навьючить, сесть и поехать. Вот это нельзя забывать. А женщинам я бы сказала так. Сейчас они очень хорошо шьют бисером. За это я их хвалю. Но пусть они умеют выделывать мять шкуры, шить из шкур и одевать и мужа, и детей. В тайге теплая одежда нужна. Это тоже надо знать. Я приехала на этот семинар переводчиков, и я хочу еще лучше знать свой эвенкийский язык, хотя я и так его знаю и разговариваю. Встречаясь с другими людьми, от них узнаю что-то новое, разговариваю с ними, и это для меня очень хорошо. Общение всегда полезно. Ага.
Венкил бисинду галядим ая бидея. Орорти окинда актин манавра. Ивенки, я вам желаю хорошей жизни, чтобы олени всегда были. Оленя без ивенка не может быть, как и ивенка без оленя не может быть тоже. Олень с ивенком един. Говорят же, без оленя нет ивенка. Я желаю, чтобы олени всегда были, чтобы ивенкийский язык всегда был. Ивенки, знайте свой родной язык. Я этого желаю всем своим сородичам. На дне оленевода в Иенгри с радостью встретила еще одну давнюю знакомую, тоже учителя эвенкийского языка, Галину Иннокентьевну Макарову, с которой давно не виделись. Би это Бугав, Амурская область. Моя родина – Амурская область. А сейчас я учу детей эвенкийскому языку в Каларском районе Забайкальского края на станции Икавья. Туда дети приезжают из поселка Чапа-Олага и из самой Икавьи. И я там открыла эвенкийские классы с 1 по 10. Детей там мало. Поселок Чапа-Олага тоже захерел. Молодые оттуда уезжают, работы нет. А как там эвенки? Знают ли свой родной язык? Отцы молодых ивенков уже забывают свой язык. Только бабушки и матери еще знают. Что там предпринимают ивенки, чтобы язык их не потерялся? Некоторые хотят знать ивенкийский язык, хотят, чтобы дети их знали. А некоторые отошли от жизни ивенков, я считаю. Что вы можете пожелать ивенкам в такой хороший праздничный день? Я желаю, чтобы ивенки хорошо жили, чтобы олени у них были. Здесь очень хороший праздник сделали в республике Саха-Якутия. Живущие здесь ивенки, хорошо живите, богато и счастливо. Пусть у вас всегда будет работа, детей растите. Пусть все у вас будет хорошо, и пусть у вас будет много оленей. Новые знакомства, встречи с давними знакомыми, с которыми долго не встречались, всегда радуют тем, что узнаешь много интересного и полезного и для себя, и для работы. И Галина Сергеевна Николаева, и Галина Иннокентьевна Макарова являются носителями родного языка, знатоками традиционной жизни и национальной культуры ивенков, чему и учат своих сородичей. И я думаю, что только благодаря таким энтузиастам и будет сохраняться язык ивенков.